Салям алейкум. Сегодня в такой дождливый киевский вечер мы решили поговорить с Сераном Мамбетовым. Это бывший гендиректор телеканала «Миллет», тот самый телеканал «Миллет», который работает на деньги Российской Федерации, который является пропагандистским телеканалом, но работает для главной аудитории, для крымских татар. Серан Мамбетов, который когда-то был гендиректором, на данный момент находится в Соединенных Штатах Америки, в городе Майами, и он согласился со мной пообщаться, но мы приготовили вопросы, которые для него не должны быть лицеприятными, поэтому посмотрим. Я запускаю Zoom и готов уже с ним пообщаться. Как вы видите, время 17:04. Мы договорились в 17 по Киеву, 10 по Майами с Сераном Мамбетовым созвониться. Пока сообщение не прочитал, это ссылка на Zoom, но мы позвоним и спросим, что там да как. Возможно, как принято у таких крымских татар, которые любят опаздывать, это, может, хорошая примета, но узнаем, может быть, все-таки просто опаздывает. Но мы готовы. Мы готовы. Мы прождали 33 минуты. Серан Мамбетов так и не вышел на связь. Мы несколько раз позвонили. Но я так понимаю, что либо у него что-то случилось там в солнечном Майами, либо он просто не хочет выходить на связь и отвечать на вопросы. А я хотел с ним поговорить о том, как именно он попал туда, с каким паспортом. Почему решил работать генеральным директором телеканала, пропагандистского телеканала «Миллет», почему его уволили, почему он до этого в 2014 году уволил своих коллег с крымско-татарской редакции, став во главе этой редакции после оккупации Крыма. Хотел поговорить о том, что он непосредственно делает сейчас и готов ли он к уголовной ответственности в случае, если он в течение двух дней, сегодня 11 ноября, вот так, 11 листопада, я надеюсь, Серан Мамбетов не перестал знать украинский язык после того, как стал российским гендиректором крымско-татарского телеканала. Ждем до 13 числа и выкладываем видео таким, какое оно есть. Возможно, он как-то дистанционно нам ответит на эти вопросы. А если все-таки выйдет на связь, то мы запишем это интервью. Передаю всем салям. Как и обещал, записываю отчетное видео с центра Украины, с города Киева. Так и не получилось у нас пообщаться с Сераном Мамбетовым. Жаль. Я думал, что он, находясь далеко, мог бы себе позволить отвечать на те вопросы, которые бы он себе не смог позволить ответить, будучи в Крыму или в России. Не знаю. Жаль, Серанага, если у вас будет возможность, отвечайте нам на вопросы, потому что рано или поздно вам придется ответить перед украинскими правоохранителями.